Как мы знаем, теперь уже Россия легко пережила Бучу и Мариуполь. Она и не утратила прекрасного настроения от полугода устроенных ею бессмысленных убийств и сотен тысяч смертей. Она легко отмахнулась от бомбежек ею городов, род домов и театров. Она похихикала на сотни убитых ею мертвых украинских детей и на всемирный позор свой. Она смирилась с политической смертью своего президента, с грязущей разрухой, но завопила от жуткой боли, когда речь зашла об аннуляции туристических шенгенских виз и о депортации с Запада, осевшей там пропутинской ваты. Эту болевую точку, лично, кстати, напомню, нащупал Зеленский. Он нажал, услышал истошный крик России и понял, что своим этим открытием необходимо поделиться с товарищами там из Литвы, Латвии, Эстонии и так далее. И дело пошло. Сейчас уже ясно, что не Россия изолируется, а мир закрывает себя для России на много лет. Но а на что, собственно говоря, рассчитывали? Чтобы Европа вечно терпела бы мордатых истеричных дур с колорастскими лентами, которые на ее площадях ликуют о Путине и о победах российского террора, чтобы любители массовых убийств и изнасилований имели бы права, равные с людьми Запада. Да не будет такого никогда. Даже исламские радикалы ведут себя скромнее и умнее русских в Европе. Вот этот процесс полной закупорки будет, конечно, непрост, но с российским туризмом будет совершенно справедливо покончено. Поначалу, с Греча, как вы помните, решили вообще всех русских выместить из стран цивилизованного мира. Но потом Зеленский же сделал оговорку, что это не касается тех россиян, которые тем или иным способом сражаются с Путиным, с войной. И с русским нацизмом.